los ocasos y de alboradas y enamoradas, noches templadas, de la champana es tu laguna, rubia romántica y ninguna. Под музыку традиционного оркестра мариачи в Сочи-парке начался большой мексиканский праздник. За 10 дней зрителям предстоит увидеть более 180 выступлений для детей и взрослых, в которых примут участие 140 артистов. Это уникальные уличные и кукольные театры, фольклорные танцы, джазовая и авангардная музыка, специальная детская программа и, конечно, дегустация национальной кухни. Этот 10-дневный фестиваль обещает быть самым ярким, шумным, вкусным, острым событием этого лета. И я уверен, что все уважаемые гости узнают, насколько много общего у России и Мексики, насколько глубока и интересна культура и история Мексики, и она далеко не ограничивается сомбреро и текилой, как многие думают. Фестиваль проводится в России четвертый раз. В этом году он приурочен к 125-летию дипломатических отношений между Россией и Мексикой. Если мы говорим о Мексике и России, эти страны, конечно, далеко друг от друга, но тем не менее, в очень многих моментах мы подходим друг к другу, мы сочетаемся. Стоит сказать о стремлении мексиканцев и россиян сохранить свою культуру и традиции. Конечно, в разное время были разные моменты, как движение, так и отдаление, но тем не менее, пункты, в которых мы сочетаемся, они есть. Еще один зрелищный подарок для гостей парка – танец парящих. Это один из старейших и самых захватывающих ритуалов Древней Мексики. Специально для исполнения трюк в Сочи-парке был возведен столб высотой 25 метров. К слову, этот танец был включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Окунуться в атмосферу неповторимой мексиканской культуры и безудержного латиноамериканского веселья можно ежедневно с 3 по 12 июля. Посещение всех мероприятий фестиваля включено в стоимость единого входного билета в Сочи-парк. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.